Жестокость, кровь, секс, нагота и мать-перемать. И снова здравствуй, меня зовут Алексей, ты на канале Фролов может все, и сегодня Фролов может все в игре под названием Skibidi Toilet, что в переводе с ненашинского английского на нашинский русский переводится как Skibidi Туалет. Если впервые на канале, тогда обязательно подпишись, а если уже являешься частью нашего комьюнити, тогда себе лайк, комментарий и распространяй в социальных сетях. А я начинаю игру. Play! Survive the night, выживи этой ночью. Eliminate the toilets. Уничтожь туалеты. Так, мы как в Painkiller'е начинаем свою игру на кладбище, как я понимаю. Я вижу, что-то светится, скорее всего это патрончики, естественно, на Е брать. У нас есть супер-пупер пистолет. Я вижу первый туалет. Обязательно напиши в комментариях, что ты вообще думаешь про вот эту историю со Скибидой. И что мы будем с этим дальше делать. Так, изучаем. Есть гробики. Гробики, по-моему, уничтожать нельзя. Я вижу все туалеты. Туалеты заполонили мир. Ой, слушай, так их можно расстреливать вообще как это, как нечего делать. Ну, допустим. Хорош. И у нас осталось еще два унитаза туалета. Yes, yes. Так, а может какие-то секреточки есть? А? Как ты думаешь? Если бы я делал секретки, я бы делал их как-то... Там в зале, куда делась музыка? Или она просто делась? Скибиди? А ты можешь ко мне залезть? Не-а. А может? А, не, не может. Level complete. Next level. Survive the night. Level 2. Eliminate the toilets. Я когда покупаю ведро ребрышек, не ребрышек этих, крылышек и всего, тогда Eliminate the toilets. Хорош, минус. Светится, взял. Хорош. Чуть проходим, я вижу след. Ой-ой-ой-ой! Какие засранцы. Я вижу бочки. Фролов может сломать вообще все, поэтому Фролову в руки ничего не давать. Минус. Так, а если я упаду? Блин, хороший вопрос. Ну, то есть человек делал игру. Он, наверное, даже не предполагал, что такой человек, как Фролов, может взять в руки пистолет. А я всех соберу сейчас. Пи-пи-пи-пи. Yes, yes. Yes, слушай, я эту песню еще и выучу к концу прохождения. Так, я вижу два туалета, я вижу три, четыре. Все, я вижу все туалеты. Пап-пап-пап. Yes, yes. Так, у нас еще 21 патрон. Но мне гораздо интереснее, что будет, если я упаду. Упадем? Давай, давай, давай упадем. Давай посмотрим, что будет, если мы упадем. И шаг. Это маленький шаг для человечества. Нет, это маленький шаг для человека, но большой для человечества. Стой, стой! Подожди, я вижу уровень, я вижу весь уровень. А меня кто-то... Я, короче, могу стрелять. Я могу перезаряжаться. Меня же никто не спасет, да? Ну, начнем заново. Это продолжение. Survive. Слушай, мы теперь знаем, что делать, поэтому давай быстренько это все сделаем вместе. Я и ты. Ты и я. Словно стая диких пчел. Кстати говоря, там какой-то телепорт, мы его вот не, что-то не использовали никуда. Yes, yes. Boom, beam. Так, телепорт. А он ни хрена не работает. То есть здесь есть стена, и я просто пройти не могу. Фу, как так делать вообще уровень? Не будьте такими разработчиками. Перезаряжаемся, осталось три унитаза. И где-то еще один. Вот он. Сейчас, стой, стой, мне интересно. А я запрыгнуть-то не могу, конечно.
Так, и мы опять возвращаемся во второй уровень, и теперь мы знаем, как делать не надо. Мастер показывал, как делать не нужно. Итак, тут первый унитаз раскололи. Взяли патроны. Потом справа-слева они прибегают. Скибиди-пим-пим. Так, еще один унитаз здесь стоит. Потом развернулись, пошли в дальнюю комнату. Здесь 4 унитаза. Мы их все видели. Наверное. Патроны! Патроны! Кто так делает? Это я так делаю. Минус. И еще... А где крайний? Вот он. И второй уровень тоже. Level complete, survive the night. И теперь... А теперь где? Мы... И где он? И почему у нас... Почему у меня столько вопросов? Где его голова? Это похоже на какое-то здание. Аккуратно. Заходим, берем. Я вижу еще один туалет. Слева лежали патроны. Я внизу вижу еще патроны. Прыгаем, рискуем. Взяли патроны. Патронов аж... Аж... Шесть... Ого! 65 штук. Тихо, тихо. Никто не ходит. А что у вас за сходка туалетная в подвале? Я, конечно, понимаю, канализация, все дела, но... Но все-таки. Хотел бы я себе такие потолки в подвале в частном доме, а? Так, здесь, оказывается, есть еще комнаты. Свеча и какие-то остатки экспериментов, назовем это так. Не уверен, что это именно так называется, но мы будем называть именно так. Я вижу подкоп, но... А я не могу пройти. Он на кадрал приседает, на, знаешь, сантиметров на 5 такой, типа, опа, вот так. Вот это кадрал. Значит, отсюда выходим, пойдем наверх. Темно, как в башне. Как в башне. Спасибо, что есть элементы света. Поднялись. У нас еще 4 туалета, с которыми мы должны расправиться. Что вообще за история с туалетами? Почему они наши враги? Я настолько старый, что уже в некоторых мимасах просто не разбираюсь. Шкибери пап, yes, yes. И вот они два. Так, последнего убивать не будем. А что тут справа? Так, я вижу бочки. Ну, можно было как-то уровень сделать более таким увесистым, наполненным. Не могу сказать, что это халтура, но, тем не менее, это халтура. Последний туалет, пошли. Шкибери-па-пам. Level 3 complete. Ой, нормальный свет, да ты чё, как в Counter-Strike какой-нибудь. Survive the night. И у нас есть несколько туалетов, вижу прям сразу. Угу. Я вижу, что-то лежит, это оружие. На двоечку. О-о-о! Это теперь... Хорош! Хорош, Алексей! О, чё, ес, ес! Пам-пам! Или пим-пам! Ой, кстати говоря, тут туалет побольше. И мы оказались на какой-то базе. Пара-пам-пам-пам-пум! На какой-то базе. А-ля из чужих. Несколько уровней. Есть самый-самый высокий уровень. Ничего не вижу. Забираемся на самый верх. Снаружи непонятно где, непонятно кто. С этим нельзя взаимодействовать никак. То есть я подошел максимально близко. Так, давайте перезарядим наш автомат. В смысле 30 патронов? Мы когда взяли, было 90. Израсходовали... Во. Мы когда взяли, было 90. Мы израсходовали 30. У нас осталось сколько? Сколько, дети? Правильно, 90. Есть еще подъем здесь наверх. Шкибиди папу. Ничего нету. Я почему-то вижу теперь часть себя.
Да, он как будто идет плечом вперед, левым особенно, особенно левым. Вот, я вижу, значит, унитазики пошли. С кем? А куда делась музыка? Шким. Yes. А, не успел. Как он? Вот это он несется вообще. Почему 21 патрон? Потому что, Лёх, потому что. Ты много вопросов задаешь, потому что. Есть еще два. Нам хватит, по-моему, вообще с головой патронов, поэтому бежим, ищем по этой базе. Вот, там. Гон-дон-дон, yes. Хорош. Левел 4. А почему не нажимается? Скибиди туалет не отвечает ожидать отклика. Вообще не волнует. Ты прикинь? Я не знаю, будет ли у тебя это видно, но я, короче, нажал на следующий уровень. Он такой, ну чё. Так, вон он, туалет. 20 унитазов, значит, нам нужно искать патроны. Вон там что-то светится, хорош. Вон там что-то светится. Yes. Ага, я так и думал. Тумпай. Шкибиди, yes. Что происходит? Такое ощущение, как будто со второго... Как будто он со второго этажа идет. Yes. Это было забавно. Это должно так работать? Шкибери, yes. Так, и на втором этаже были... Ага, вон светящаяся штука. Это явно патроны. Это явно нам надо. Проходим по второму этажу особняка. Я вижу еще один туалет. Шкибери. Yes. Потом, вон много туалет. Я понимаю, что с первого этажа еще кто-то приедет, ага. Слушай, это забавно. Не могу сказать, что это прям какая-то гениальная идея, но это именно относится к разряду это забав. Твою. Так, а вас тут двое или трое? А я войти даже не могу. Да, я войти не могу. Ну, он бы сам приехал, правильно? Так, учитель, звонок для учителя. Какая дичь. Осталось 9 туалетов. Холодос. В холодильнике ничего нет, это явно что-то неправильное. Надо было кинуть хотя бы пиццу. Кстати, дома есть пицца. Может, пиццу приготовить? Тихо, зубной кабинет, никого. Никого. Продолжаем наш путь. Смотрим издалека. Ну, хоть с ними, они нас найдут. Сами. Так, и за нами кто-то едет, да? Мы их встретим. Yes. И мы не... Короче, мы изучили полностью второй этаж, но не изучили первый, поэтому сейчас у нас главная задачка изучить здесь все. Телевизор старый. Чем-то напоминает что-то среднее между больницей и Resident Evil. На Е открыть. А чё, в огромной столовке вообще никого нет, что ли? Смотри, как переливается свет. Молодцы, ребята. Это все новые технологии, но почему сюда туалеты не поставить, вообще непонятно. Это тоже какое-то помещение. А как туда зайти? Yes, вижу. Так, должен кто-то приехать сверху.
то объезд ес. Ип-ип. Опа! Он нас укусил! Нас укусил туалет через дверь! А другой... Подожди. Или мне показалось? Не, ну я ж не дурак, правильно? Да! Да! Так. Отложим это на потом. Давай в другую сторону сходим. Если я правильно понял, то чувак запрограммировал так, что там должны быть туалеты, но... Мы к ним пока не можем никак подойти. Так, есть спуск в подвал. Есть здесь проход. Я вижу три туалета. Никого не оставлять живых. Я вот думаю, а как мне закончить уровень, если я не вижу противников, но они меня видят? Ну, то есть, они на меня агрятся, да? А, наверное, скорее всего, он один там. Потому что есть еще подвал и есть два туалета. Нет. Подожди. Вот дверь. Тут никого нет. Ты понял? То есть у нас есть два противника, которые находятся на втором этаже. На втором этаже. Сейчас, где они находятся? Мы сейчас в подвале. Они находятся на втором этаже. И мы к ним не можем пройти. Мы не можем закончить уровень. Хотя, есть один способ. Сейчас, смотри. Если я правильно понимаю игру, то игра сделана слоями, правильно? Ну, уровнями. То есть, мы уже ломали уровень. А если мы сделаем следующим образом... Да, да, какая херня. Я прыгаю, чтобы его поймать. Где он? О, я вижу вас изнутри. Какая дичь, ты себе даже не представляешь. Вопрос, а это может быть последний уровень? Блин, а это, наверное, последний уровень, кстати говоря. Потому что это же демка. Ну что? Мы проявили фантазию, мы проявили сноровку, мы проявили хитрость, поэтому... Меня зовут Алексей, ты на канале Фролов Может Все. Если досмотрел до этого момента... ничего не происходит. Тогда... Подписывайся, а если уже подписался, тогда ставь лайки, комментируй, все дела, заходи в Телеграм, там очень интересно. Новое видео выйдет совсем скоро, и знай, мне с тобой было хорошо.